это комфорт для людей, такое символичное название. Наша цель на сегодня – разработка типовой модели благоустройства наших населенных пунктов, тиражированием ее на территории всей нашей республики. В состав нашей команды входят 6 муниципальных районов, в том числе 4 главы сельских поселений, которые на сегодня находятся на границе с населением и которые непосредственно отвечают за благоустройство населенных пунктов, 5 самых глав районов и 2 начальника отдела, в том числе это начальник отдела имущественных и земельных отношений и зампредседателя комитета муниципального хозяйства. Наш хэштег «Комфорт 03 Бурятия». Спасибо. Спасибо.